автомат, гном, розовая долина Клэр. В теплице у меня получился средне-ранним, одним из первых из гномов созрел. Плоды очень вкусные, небольшие, розового цвета. Вяжет куст хорошо, в теплице в пределах метра. Второй кустик тоже с плодами. И там наверху тоже висят они. Плоды томата розовые долины Клэр. Плоды на весах. Размер небольшой, округлые, розовые. Такие очень аккуратные. Плод в разрезе. Сочный, мясистый. Вкус очень приятный, сладкий, с небольшой кислинкой приятный.